И всем привет, ребята! В общем, прошли мы игру с вами Muppet Monster. Это никакое не продолжение, не завершение. Мы уже все завершили. Сейчас я покажу бонус. Да, собственно говоря, отсюда выходим в главное меню. Все миссии пройдены, 100%. Теперь в главном меню у нас есть галерея. Вот такое. Так, загружаемся. Да, и вот показывается 492 монеты, собственно говоря. Вот. Да, их как раз 492, вы можете заметить. Так, и вот тут у нас есть от 0 до 93. Давайте посмотрим 0. Что дает 0? Что это такое? Это первый вступительный ролик. Вы его помните? За 3 монеты. Что такое? Вот такой вот рисунок. Ну, типа, изображение. Это что у нас такое? А, это вот звуки какие-то. Да, вот, собственно говоря. Это у нас тоже какой-то арт. Кэмерон Л. Ну, короче, пираты тут много запороли. Не рекомендую играть в пиратские версии. Я сам пожалел, надо было оригинал брать. В принципе, не так много нужно было для сюжета. Так, это что у нас такое? А, это с топором тот чайник, я помню его. Это что за 15? Да не, же сын Боу. А, это свинья, да? У нас мисс Пигги. Пигло. Не могу прочитать. Так, это что у нас такое? Пол Эллиот. Так, это звук опять какой-то. А, это звук свиньи. Это опять какой-то арт. Ага. Это что у нас такое? О. Так, это что? Кассандра Льюис. Так. Это что? Ага. Кто это схватил? Лягушку. Так, это у нас что такое? А, еще один. Я не знаю, как этих противников зовут. Так, это... Так, это что? И все, что ли? А это? Ага. Какой-то замок или дом. Это что у нас такое? Так. Ты кто у нас? Так, это что? Забавно. Это что у нас такое? Видеоролик. Опа. А что это за видеоролик? Простите-ка. А, я понял. Monsters. All right. Who saw me without my makeup? Ой, это же эти чайники были в замке, по-моему. Так, это что у нас? Ага. О, здорово. Так. Так. 100, 193. Так, что за звук?
Забавно. А, это я не до конца дослушал. Ага. Ты кто такой? Moi's hero, little Robin. You now have my karate chop, which is good for doors, walls, ice blocks, and Kermit if necessary. Так, это у нас что, рисунок? Вот такой вот рисунок есть, такой. Какой-то золотой ролик. Что это значит? Типа демка, что ли? Типа профессионализм? Круто. О, как он, с какой уверенностью он сюда залетел. Стоп, это Бетка, что ли? А, нет, или был. Не-не-не, был такое, действительно. Так, ну это, наверное, уже какие-то разработчики прикалываются. О, Робин. Это что у нас? Вау. Забавно. Так, это чё? А это ТНТ. Домик. Так, ролик какой-то. А, ну это я помню. Так, это что? Забавно. Ugh, what a waste of good money again. Так, а это что такое? For moi's first cup of mochaccino in the morning, but a monster? Moi? Блин, сколько тут всего-то разного. А, забавно. Это шо? Ууу, яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ха-ха, прикольно. Oh, hey, that tickles! Так. Что еще есть? Двести 293. Что тут такое? Тут какой-то замок. Ролик. Еще одна демка, вероятно. А, я помню этот уровень. Я еще его еле нашел, это скрытое местечко. Может, это специально ролик, поэтому и показывается, ну, чтобы, если чего, люди не застопорились. Так, это что такое? Ага. А это? Так это я уже видел. Чем он отличается от того? Забавно. Это какие-то подсказки, явно. А, вот одна из подсказок. Забавно. Вот откуда все это взялось.
собственно говоря. Так, это что у нас такое? Ага. Это чего? Агуа фреска. Ага, прикольно. Окей. Брэд, ты так интеллигент. Это? А может я тут увижу все концовки, кстати. Так, это что у нас? Ми-ми-ми. Это не он? Так, это... Футболист какой-то. Вака, what? Where are you? What? Wait, how? А, вот то самое место, храм свиньи. Так, еще какая-то подсказка. Дай угадаю. Не она ли... А, не. Ну это... Это я и так понял. Даже без этого ролика. Как это делать. Ну да. Залет в эту дырку. Я вот... Мне интересно, будет ли то два скрытых места, где вот в окно влететь и за водопадом, помните? Так, что за ролик? Midway Home Entertainment. Так, тут у нас что такое? Ага. Это? Так, 393. Что у нас тут такое? О. Еще одна подсказка, да? Да, вот она, эта подсказка. То есть, по сути, получается, я бы все равно бы это все увидел, узнал бы. То есть, на это и был расчет. Забавно. Ну да, я угадаю, это где водопад, да? Да, это водопад. Прикольно. Так. Опять что ли? Ха! Так, это чё? Пампайрон. Это что?
Pepe the Prawn will be broadcasting from this convenient little... Пипи. Пипи. Okay, all right. Oh, ma, ma. Okay, Sal. Ooh, whoa. Hey, oh, yeah. Так, ну что ж, 400-492. Что у нас тут? Тоже ролик какой-то есть. Есть два ролика. Может, концовки? Не знаю. Do you know, this teleporter thingy will take you to your destination when And down. Oh, that was scary. And down. Видать, есть такой. Я вот не смотрел эти мультики. Игра-то явно по мультикам или по вот этому. Это что? You're forgetting someone again. Oh, I'm terribly sorry, Mr. Peppy. Peppy. Pepe. Peppy. 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 Here again. А, типа прикольное видео. I'd be there now if I was old. I'd be there now if I was old enough. Да, много всего тут есть. I'd be there now if I was old enough to drive. Мельница. Еще какой-то ролик. А, это вступительно, что ли? Magenta Software. Ага, это этот. Огородник, блин. Ну или как он там называется. Monsters? Who said monster? Так, ну и последнее. Все? Больше же ничего нету. Ну что ж, я... Что я могу сказать об игре? Игра классная, замечательная. Жаль, что у меня ее не было в моем далеком детстве. Игра, которую я решился пройти вслепую. Игра вошла в список моих любимых игр. Однозначно. Ну и наряду со Спайро, наряду с Крэшем, наряду с Гексом, наряду с Кроком. Игра достойна того, чтобы в нее сыграли, прошли до конца, так же, как я вот. Так что, надеюсь, вам игра... Ну, не было ни чуточку, ну, где-то... В общем, надеюсь, что вам игра понравилась, и вы не скучали за все это
прохождение. Так, тут какие-то еще демки есть, ну ладно. В общем, да, надеюсь, что игра вам понравилась, и вы не остались равнодушными. Вот, что я хотел сказать, самое важное. Ну что ж, а я должен завершать уже эту игру. Благодарю, ребят, вас за внимание. Если вдруг что-то, какие-то секретки еще по этой игре найду, то, возможно, будет еще серия. А сейчас говорю всем пока!